если что вы его сейчас... А дайте мой анекдот, ведь это не загнут. Лароч, вы иногда очень пугающие анекдоты рассказываете. Мюллер просыпается в страшном холодном поту. Зовет Штирлица. Штирлиц, ты знаешь, что сейчас этим рейхом руководит фрау? Вот с такой вот задницей. Во сне он увидел. А по тротуарам маршируют геи какие-то. Не штурмовики, представляешь, а геи. Представляешь, евреи в их руках все банки и газеты. А русские бьются с украинцами за Донбасс вместо Сталинграда. И всем этим балаганом руководит какой-то негр из Америки. Владимир Ильич, скажите, холодном поту просыпаются те, кто держали в страхе всю планету. Есть еще хоть одна страна мира, в которую вам не запрещен въезд? Китай. Понятно.